Волшебник. Смотри внимательнее, стервятник. И я продемонстрирую тебе мою волшебную силу. Я познал, как объединить знания величайших волшебников всех времен. Смотри. Смотри, гигантская космическая ящерица атакует меня. Спасибо, стервятник. Но я только что начал. Смотри. Ужасная гигантская летучая мышь. Хорошо, ты оценил мою силу, стервятник. Если бы я только сумел найти оппонента, достойного победы над ним. И погоди. Это космический призрак? Что ты хочешь, космический призрак? Волшебник, это предупреждение. Ты должен прекратить использование своей великой силы во зло. Никто не командует волшебнику. Как тебе это нравится? Ничего себе. Уводи корабль на прикол, Джейс. Есть космический призрак. Я лицом к лицу встречусь с этим волшебником. Я использую силу невидимости и катапультируюсь. Теперь уже космический призрак в пути. Я отправлю мое особое создание встретить его. Кажется, меня ждали. И он отправил гигантского патрульного мотылька. Этот луч нейтрализовал мою силу невидимости. Смотри, этот гигантский мотылёк захватил космического призрака. Он завернул его словно в кокон. Пошли, врубай силу невидимости, Джин. Следуем за ними. Они пропали, Джейс? Нет. Пошли, Джин. За ними. Не могу достичь моих энергобраслетов. Хватит сопротивляться, космический призрак. Скоро ты получишь прекрасную возможность продемонстрировать свои способности. Что это значит? Дуэль, космический призрак. Твои так называемые силы против моего магического колдовства. Твоего колдовства, волшебник? Да. Но, возможно, тебе сначала нужна демонстрация. Смотри. Я, волшебник, говорю, станьте видимыми. И обратитесь. Джейс, ты выглядишь как Блип, как и ты. Волшебник, преврати их назад, или это будет твой последний фокус. Они будут такими, пока мы не выясним наш спор. Хорошо, волшебник, твой ход. Первое, я освобожу тебя. Теперь, приготовься защищаться. Моей силой я повелеваю тебе явить циклоп ко мне сюда. Теперь ход за мной. Вас двое? Значит так? Как далеко это зайдет? Четверо на одного? Мне придется изменить мои шансы и реверсивным лучом исправить ситуацию. Отличное управление силой, космический призрак. Теперь я повелеваю всей моей волшебной силой объединиться в одну вещь. Мистическое существо, явись! Ты забыл о моем ледяном защитном поле, волшебник. Посмотрим, сколько оно выдержит против большого жара. Твое силовое поле исчезает, космический призрак. Я не выдержу больше такого жара.
Я попробую удержать это существо с помощью моей гипносилы. Нужно больше энергии. Представление закончено, волшебник. Моя сила победила твою магию. Нет, космический призрак. Ты будешь уничтожен моей магией. О нет. Я у тебя это возьму. Нет. Моя сила в этом жезле. Дай его мне. Я дам тебе. Да, вот так. Нет, нет. Теперь займемся этой тростью. Сломав жезл, ты снял заклинание. Смотри, другой стервятник погнался за волшебником. Сумеет ли волшебник спастись, космический призрак? Если он это сделает, мы, наверное, столкнемся с большим количеством его черной магии. Я надеюсь, что нет. Уверен, что он не сделает из нас обезьян. Можешь больше не говорить об этом. Прости, Блип. На русский язык фильм озвучен и переведен на студии Трамвай Фильм в 2015 году.